Всем привет! С вами администратор новосибирского бьюти-стора Женя и управляющая Кристина. Будем благодарны вашим лайкам на этом видео и подписке на наш канал. Решение любых косметологических проблем, будь то акне, розация, либо сухость кожи, в обязательном порядке начинается с восстановления барьерной функции кожи. Сейчас период холодов и введения мощных активов, мы решили с вами поговорить на тему защитного барьера нашей кожи. Осенне-зимний период очень многие включают в свою бьюти-рутину ретиноиды, которые, к сожалению, могут привести к ретиноевому дерматиту, если не использовать защитные активы в своем уходе. Ранее мы рассказывали вам о топовых продуктах с ретинолом, и сегодня хотим познакомить вас со средствами, которые составят им идеальную пару в защите и увлажнении вашей кожи. Основными признаками нарушенного защитного барьера является сухость, стянутость после умывания, возможно, даже шелушение, иногда это хаотичное высыпание и повышение чувствительности. Если какие-то из этих признаков вам откликаются и вы с чем-то из этого столкнулись, то подборка следующих продуктов будет именно для вас. Один из самых популярных компонентов восстановления кожи – это церамиды. По сути, это жиры, которые присутствуют в роговом слое кожи абсолютно каждого человека. В рамках косметических средств могут встречаться различные типы церамидов. Они могут стимулировать регенерацию кожи, восстанавливать защитный барьер и водный баланс кожи. Зачастую в одном средстве сочетаются от 3 до 5 церамидов, и ярким примером такого продукта будет крем от Purita. Восстанавливающий бальзам от Purita мгновенно впитывается, устраняет сухость и стянутость вашей кожи. Также он хорошо работает с чувствительностью и восстанавливает защитный барьер кожи. В его составе сквалан, церамиды, масло макадамии, токоферол и гиалуроновая кислота. Следующий компонент, который работает на восстановление защитного барьера кожи, называется холестерол. Это также компонент родственный и привычный нашей коже. Он обладает классным смягчающим эффектом и способствует удержанию влаги в клетках кожи. С возрастом содержание холестерола в нашей коже снижается, именно за счет этого кожа становится более сухой с возрастом. И в качестве примера продукта на базе холестерола я хочу привести тонер от бренда Рода Роджи. Помимо заявленного защитного действия, он стимулирует работу аквапаринов, а значит будет оказывать крутой увлажняющий эффект. Следующий тип активов, которые очень важны для защиты кожи, это жирные кислоты. Для сухой возрастной кожи актуальны насыщенные жирные кислоты, которые содержатся в растительных маслах. Манго, какао, ши, кокосы и бобосу. В качестве примера хотелось бы познакомить вас с увлажняющим кремом от The Lab. Он хорошо восстанавливает липидную мантию, насыщает кожу питательными веществами, а также избавляет кожу от раздражения и чувства стянутости. В составе масло жожоба, манго, бета-клюкан и экстракт камелии. И есть еще класс, который называется полиненасыщенные жирные кислоты. Они называются незаменимыми, так как не синтезируются в организме человека самостоятельно. Самый яркий пример такого класса – это линолевая кислота. Такие компоненты классно повышают защитные свойства кожи, стимулируют синтез собственных церамидов и повышают антибактериальную защиту. Линолевой кислотой богаты такие растительные масла, как виноградные косточки, конопляное масло и масло подсолнечника. Они не просто безопасны для жирной кожи, они просто необходимы. А еще линолевые и линоленовые кислоты объединяются под общим названием витамин F. Его нехватка приводит к сухости кожи, аллергическим реакциям, воспалениям и закупорке пор. Ночная маска от Берти Си хорошо успокаивает кожу, работает с упругостью и питает ее. Формула основана на 35% гидролате центеллы, содержит экстракт облепихи и витамины группы В, а также в составе есть витамин А, С, Е и Ф. Еще один важный класс компонента в рамках защитных свойств кожи называется липиды. Они повышают клеточный иммунитет, улучшая связь клеток друг с другом и обладают классным регенерирующим действием. И в качестве продукта на базе фосфолипидов хочу привести сыворотку от бренда Real Barrier. Она выполнена по технологии мультиламеллярной эмульсии, а значит классно восстанавливает, напитывает кожу, устраняет чувство сухости и стянутости. Также данная сыворотка стимулирует процессы регенерации и оказывает профилактическое антивозрастное действие. И еще один довольно интересный компонент для защиты кожи – это эктоин. Он является природным антиоксидантом и формирует защитный барьер кожи. К тому же молекулы эктоина способны притягивать и удерживать возле себя от 4 до 5 молекул воды, тем самым поддерживая водный баланс внутри кожи. В качестве продукта с эктоином хотим познакомить вас с тонером эссенции от бренда Manio. Он хорошо работает с очень чувствительной атопичной кожей. Тонер интенсивно увлажняет и устраняет обезвоженность. В составе церамиды пантенол, сафальянс и низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Средство не содержит отдушек и красителей, а поэтому подойдет даже самой чувствительной и аллергенной коже.
Вот такой обзор защитных продуктов у нас сегодня получился. Надеюсь, эта информация будет для вас максимально полезна в период ретиноидов, кислот и других мощных активов. Ну и еще один важный совет, который я хотела бы дать в заключении этого видео. Используйте мягкие очищающие средства для того, чтобы не нарушать защитные свойства своей кожи. Мы благодарим вас за просмотр этого видео и будем рады вашим лайкам и комментариям.